Вот теперь к нам пожаловал в наш огород Аэрогриль, производитель Хоммы. Что у нас тут где-то? Ага, вот модель у нас М101. Ну что, он мертвый, не реагирует ни включение, ничего. Часики тикают, но безрезультатно. Вижу, что здесь уже что-то, наверное, провод когда-то меняли. Что, вскрываем, ищем причину, почему он мертвый. Разбирать я сам даже не знаю, как. Сняли сначала защиту, короче, эту металлическую. Дальше. Ну все, это победимо. Его создал этот Аэрогриль человек. Дальше что? Выкручиваем вот эти держатели спирали нагревательные. Создал человек, так что и человек-мастер его сейчас как-то разберет. Я ж все не могу тоже знать. Так, что здесь? Здесь нам придется... Так, сколько у нас здесь? Крычатку обдува снять. Скорее всего. Что у нас здесь? Левая резьба, оказывается. Ну, все эти железяки мы должны побеждать. Особенно мастер. Да, кстати, у кого, кто, не, кто, вернее, с Украины, можете присылать свой инструмент новой почтой, и онлайн мы будем его ремонтировать. Так, осторожно. Так, теперь откручиваем здесь эти. Саморезы. Вот, что мы здесь получаем, уже мы доступ сюда к внутренности. Но вижу следы мастера вот здесь, саморез. Что здесь? Здесь массу что-то меняли. Вижу, что саморез такой подлизанный. Так. Ну что, ребята, так, приходит три провода у нас, один из них 220, сетевой, вернее, это у нас корпус, один у нас идет, здесь термопредохранитель, и здесь кнопка включения, прозвоним сначала кнопочку. Так, звоним кнопки. И звонится. Так, дальше. Нам надо проверить вот здесь всегда в этих хлебопечках, в мультиварках постоянно устанавливаются вот эти термопредохранители. Нам нужно получить доступ к нему. Сейчас мы хомутик этот открутим. Так что у кого есть инструмент, который боитесь ремонтировать сами, либо нет возможности, присылайте. Заснимем вам ролик. Мне контент, вам отремонтированный инструмент. Вы сами будете все видеть, что с вашим организмом делают. И после ремонта отправим вам же той же новой почтой. Так, вот он у нас. Ну, еще здесь никто его не менял. Теперь звоним термопредохранителю. А он не звонится. Ага. Так что все. Это был перегрев
большая температура, он вылетел из строя. Так что меняем. Этот вышедший из строя элемент собираем и проверяем. Итак, сейчас мы установим вышедший из строя термопредохранитель. Установим на 169 градусов, 15-амперный. Не вздумайте ставить здесь какую-то жучок, он выгорит здесь. По-моему, 10-амперные должны стоять. Сейчас смонтируем и проверим. Так, ну все, теперь можем тестировать аэрогриль наш. Так, включение работает. Ну что, включаем температуру. Опа. Работает все. Температурка включается, выключается. Короче, аэрогриль мы отремонтировали, все получилось у нас. У кого сложная бытовая техника, можете присылать нам по новой почте. Отремонтируем, отснимем контент и отправим назад вам по новой почтой. Связываться со мной в Вайбере. Вайбер будет закреплен в описании. Все работает отлично. Будет приносить и дальше пользу клиенту. Ну все, всем пока-пока.